мачанка, бульбяные лапуны с грибным соусом и салата с огороднины с домашним творогом. У столицы стартовал тыдень белорусской кухни. Специальное меню до наступного понеделка пропонуют амаль 80 столичных кафе и ресторанов. Стравы шеф-повары приготовят по одних рецептах, кошт их так само однольковы. Предугледили у специальное меню и больше легкие летние стравы, холодник, салата с березовым напоем и с медом. Рецепты классические белорусской нашей кухни. Кое-что просматривал из записей своих родителей, бабушек. Что-то искал, что-то обменял. Старался сделать вкусно, старался сделать доступно, чтобы как можно больше людей попробовали, поинтересовались, ну и познакомились с нашей кухней. Тыдень белорусской кухни проходит у столицы уже у 17 раз. Спис кафе и ресторанов, где можно покаштовать белорусские островы, размещены на сайте Головного управления споживецкого рынка и послуг Мингарвыканкама.